Всем здравствуйте, и вы на канале «Шьем вместе» с Лилией Дроздовой. Вот и пролетели 2 недели бесплатного марафона по пошиву бомбера из двухсторонней стежки. И сегодня я хочу поделиться с вами работами участниц, которые в режиме реального времени, здесь и сейчас, трудились над своими шедеврами. В марафоне принимали участие как начинающие рукодельницы, так и опытные профессионалы. Поэтому все работы разные, но каждая из них по-своему хороша. И чтобы успешно дойти до финиша, всем участницам марафона нужно было изучить предоставленные видеоматериалы по снятию мерок, построению выкройки, а также изучить технологию обработки всех узлов бомбера. Конечную модель бомбера, а также основные материалы можно было изменять, поэтому фантазии участниц были безграничны, и в ход пошли не только курточные ткани и стежка, но и пальтовые ткани, а также трикотаж. Все работы достойны похвалы и, надеюсь, будут радовать своих хозяек. И от всей души хочу поблагодарить всех участниц марафона за вложенный труд, за предоставленные фотографии и отзывы о марафоне. И, конечно же, пожелать творческих успехов. Шейте сами и будьте всегда красивыми. По итогам марафона сформирован подробный видеокурс по пошиву бомбера, который можно приобрести так же, как и другие мои видеокурсы. Желаю вам приятного просмотра. До скорых встреч!